Президент Владимир Зеленский в понедельник 27 июля распорядился создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области. Соответствующий указ опубликовал на официальном сайте главы государства. В документе говорится, в Лисичанске создано во исполнение закона о военно-гражданских администрациях, согласно которому полномочия военно-гражданских администраций районов и областей начинаются в день поступления в силу президентских актов об образовании и прекращаются в день открытия первой сессии новоизбранного соответствующего совета. Указом также поручено командующему Объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации осуществить все предусмотренные этим законом меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации. Закон о военно-гражданских администрациях вступил в силу в конце февраля 2015 года. Ранее сообщалось, что в Лисичанске нашли брошенную сепаратистам бронемашину. После освобождения города от сепаратистов владелец техники убежал на временно оккупированную территорию. Перед этим сообщалось, что в доме сепаратиста в Лисичанске нашли более 200 кило взрывчатки.